Сейчас у нас осень, вот такая погода. И вроде и печку топить я попробовал, жарко и прохладно, поэтому сплит-система выручает. Чуть подтопил и порядок. Многие пользуемся, но не все знаем, как чистить. В основном знаем, что вот здесь у нас есть вот они фильтра, их надо почистить, и на этом все. Но на самом деле не все так просто. Позвонил знакомому парню, говорит, слушай, так и так. Он говорит, хорошо, дядь Саш, приеду, покажу, все расскажу. Давайте посмотрим, как это делается специалистами. Приехал мастер по обслуживанию кондиционеров. Все тут серьезно. Специальная машина. И вот так сейчас он меня тут обслужит. От пыли, от грязи все почистит. Чтоб кондиционерчик чисто дышал. О, бронеленточка. Фасад за этих стен страшно, не то, чтобы капли. Оказывается, это чтоб туда вниз, куда не надо, что не затекало, это получается слив. Ну как? Ни хрена себе. Темные мы люди. Я вот смотрю и думаю, блин, надо же, все грамотно сделано. Вот так вот все красиво. Даже не знал, что такое есть. Я думал, только мы все для своей работы что-нибудь придумаем интересное, чтобы удобнее работать. Что, поджигать можно? Или она не горючая? Не, ну классно все придумано. Пылюка, грязюка там уже потекла. Естественно, гараж есть гараж. И пыль есть пыль. Рассказывай, а это что? Мотор. Тут наподобие микротёрбера. Ну так вот, на батарейках. Прикольно. А чистота какая тут, грязюка прямо что-то. Мытьё не летит. Все тщательно промывается. Ну, прям чистенько становится. Уже пошла самоочистка. Включили вентилятор, чтобы все там лишнее с него вылетело. Промыли чуть-чуть, теперь чистота, красота и сборка. О, заработала. Сейчас такая погода мерзопакостная. Вот держу руку, я не знаю, ну так сколько это,
Ну вот 2 метра. И тепло. Красота. И воздух такой свеженький дует.